Спортивное питание для роста мышц. Не все люди стремятся похудеть. Некоторые хотят набрать мышечную массу. Кто-то для соревнований, кто-то просто для красивого тела. Логично, что питание для роста мышц будет разительно отличаться от похудения. Для того, чтобы ваши мышцы росли, необходимо в первую очередь придерживаться сбалансированного питания. Ваше меню должно быть полноценным, так что не исключайте из него жиры и углеводы. Они просто необходимы организму для построения мышц. Также вы не добьетесь результата, если у вас будет дефицит калорий. Мышечная масса появится только при нормальном количестве или небольшом переизбытке калорий. Тем более, сами мышцы даже в состоянии отдыха, когда вы спите, потребляют огромное количество калорий. Так что рацион, например, бодибилдеров рассчитан минимум 2500 калорий. Так что у вас должно появиться 3 основных приема пищи, а еще 3-4 перекуса. Естественно, ваши перекусы, как и основные приемы пищи, должны состоять из правильных продуктов. Если говорить об углеводах, то это макароны из твердых сортов, бурый рис, гречка, цельнозерновой хлеб, овсянка и другие крупы. Быстрые углеводы все так же остаются под запретом, так как ничего кроме пустых калорий и повышения сахара в крови они нам не принесут. Правильные жиры содержат овощи, орехи, масла. Среди белковых продуктов, помимо мяса, птицы и рыбы с морепродуктами, не забывайте о молочке, так как помимо белка она содержит также и большое количество витаминов. Кроме еды для роста мышц, помните о витаминно-минеральных комплексов. Они помогут организму лучше справляться с нагрузками и только увеличат рост наших мышц. Старайтесь придерживаться определенного графика питания. Когда организм привыкает к определенному времени употребления еды, улучшаются обменные процессы, и при всем насыщенном меню при наборе массы нужно помнить, когда и что употреблять. Так, разрешенные углеводы лучше оставить на первую половину дня, а белки должны присутствовать в каждом приеме пищи. Лучшая еда после тренировок для роста мышц, естественно, белок. Но в сочетании со сложными углеводами, например, куриная грудка с рисом, сразу после тренировки можно выпить спортивное питание для роста мышц гейнер, а спустя какое-то время уже поесть нормально. Кажется, что питание при наборе массы достаточно простое, так как разрешено очень много. Но здесь есть свои правила, которые нужно придерживаться для достижения наилучшего результата. Не пропускать приемы пищи, пить много чистой воды, есть здоровую еду, а не фастфуд. Но как только вы к этому привыкнете, красивый рельеф не заставит себя ждать. Понравилось видео? Ставь лайк, подпишись на канал. Всем мир, до новых встреч, пока!